Здравствуйте, дорогие почитатели моего канала. Сегодня я хочу вам показать свой эксперимент. Я посмотрела в интернете, что можно получить рассаду помидор из самих помидор. Это надо делать с осени. Вот я выкопала канавку примерно 15 сантиметров глубины. Опускаю на дно две помидорки. Правда, у меня помидорки не очень, но какие есть. Так как я об этом узнала слишком поздно, поэтому не оставила своих хороших помидор. А сливки? Ну, посмотрим, выйдет рассада или нет. Это покажет весна. Сейчас я засыплю наши помидорки землей примерно 10 сантиметров, чтобы было над ними земли. Дальше, как пишут, надо замульчировать. Что я и сделала? Я собрала вот листья, чтобы было тепло, чтобы они зимой не помёрзли, не пропали, не знаю. Будем смотреть. Ну и чтобы наша мульча, листья, не унесло ветром, я решила прикрыть. Вот у меня есть такая пластмассовая крышка. Я ее еще вот так ставлю проволочку и прижму. Желаю вам хорошего урожая. Заходите на мой канал, смотрите мои ролики. До встречи на моем канале. Будьте здоровы!